Здравствуйте, друзья, это компания «Алям», Кузнецов Дмитрий. Давайте посмотрим, как можно коллектора поставить в тупик. Ну, такая же ситуация вполне реальна. И как происходит разрыв шаблона, когда он переходит вот с такого строгого тона на тон какого-то блеющего, там, блеющей овечки, которая такое может, что по скрипту зачитать остатки этих инструкций. Очень интересно, на мой взгляд, получилось. Итак, поехали. Здравствуйте. Здрасте. Компания «Верес», старший инспектор Метусов, без Славы Крючке, разговоры записываются. Звоним вам по поводу по Валерию Анатольевичу. Это вы? Ну да, ну раз вы мне звоните, это я. Замечательно. Валерий Анатольевич, а почему оплату перед компаниями кредит не производите? Да, что-то это самое... Нет пока у меня, ничего. Денег у вас нету на данный момент? Для них нету. Я сейчас просто это, слушай, чувак, я на стакане, я не знаю, у меня как бы этот, как знаешь, как называется, запой. Я, наверное, буду долго. Пока подождут, я думаю, мне тут друзья приехали. Да нет, компания мне кредит не подождет. А что они будут делать? Что они будут делать? Ага. Валерий Анатольевич, ну. На улице 2, квартира 5, ага. В городе, да. На Амуре просто будет выездная инспекция. Давай, это у нас, нам скучно, блядь, пацаны собрались, блядь, и, ну, освободилось 8 да. Человек, прикинь, сразу от звонка до звонка отмотали, и мы сейчас сидим тут. Только... С участковым. А что, приставом. О, нормально компания будет. А участковый нахрена? Я Вадика-то знаю лично, нашего участкового. Он тот еще пропоется. Ему только сейчас свистнет, он, блядь, прилетит к нам, блядь, закуску принесет, баб там все дела приведет. Вадик, это тот чувак. Еще. Я тебе по секрету только не говори. Вадёх, он, блядь, нам такие дела помогал продвигать. Ой-ой-ой. Он поэтому нам и сдали так. Ну, мне условника влупили. Пацанчики там, конечно, взяли на себя кое-что. Ну, тут без Вадика помощи бы, конечно, не обошлось. Что там, Вадик подтянется, да? Ты передай ему, что мы ждем его. Что еще? Валерий Анатольевич, то есть на данный момент... Да, говори, давай, Валера, давай нормально, Валера. Тебя там как звать, ты сказал? Алеша, да? Меня Валера можешь называть нормально. Валерий Анатольевич, на данный момент от вас оплата не поступает, правильно понимаю? Да ты, блядь, догада, слышишь, чувак, догада. Ну я ее буду, что ли, блядь, что-то башлять. У меня тут еще нам еще дня 3-4 тут куролесить. Я. Хорошо, Валерий Анатольевич, в таком случае отказ от оплаты ставлю, мы вам перезвоним. Куда что ставишь? Куда ты что там ставишь? Да, друзья, вот такой небольшой, скажем так, театр, представление разыграли. Несчастного неудачника из Эвереста. Ну там только неудачники, как мы знаем, работают. Но с другой стороны, что ты несешь какой-то бред? Участковый приедет, еще и судебный пристав. Слышал, он сказал, участковый с судебным приставом. Что, ну понятно, это как бы у нас в мозгах у людей боятся судебного пристава. Ну, кто там вам эти скрипты пишет? Да елки-палки, да уже... не знаю, меня бы на место этого вот руководителя... Поставить, я бы, наверное, уже 10 раз задумался и, наверное, поработал бы над новым скриптом, который действительно может, как говорится, напугать. А вот это что за хохот, за смех вот этот вот, участковый приедет с судебным приставом от коллекторов, от структуры, которые вообще вне закона. Что это у них там, свой какой-то суд, и потом решение суда, и свой судебный пристав, ну, глупости, знаете, 90-ми попахивает. Ну да ладно, для тех, кому
нужна юридическая защита, кто все-таки хочет разобраться не только в юмористическом формате со своими проблемами, а документально, законно все решить, я предлагаю перейти на наш сайт. Ссылка на сайте в описании этого ролика есть. На сайте выложено видео, как устроена работа кредитных юристов компании «Алиам». Пожалуйста, посмотрите это видео, и вам все-все-все станет понятно. Оставляйте заявку, и мы вам позвоним в рабочее время по московскому часовому поясу, кроме субботы и воскресенья. Запишите для себя телефоны, с которых мы будем звонить. Они на сайте указаны. Туда звонить не нужно, нет смысла. Не дозвонитесь, это, ну, по понятным причинам нереально. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всего вам хорошего, друзья. Для вашего удобства, кстати говоря, в правом верхнем углу сейчас подсказка на наш сайт выходит. Вот она. Посмотрите видео на сайте. Ну а я желаю вам всего хорошего, счастья, здоровья, финансового благополучия вам и вашим близким, грамотности юридической, хотя бы начальной. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании «Алиам». Всего вам доброго, друзья. До свидания.